Я смотрел прямой эфир, где все так спутано. Там судьба, блин, непростая, прям вообще. Какая жизнь была у Спартака Мишурина. А речь пойдет об одном брате и сестре. Судить-рядить гораздо в этом плане многие. Вот не задача, а сестра в отказ пошла. Хотя сестра и брат так нация похожие. А вот Карина брата знать не признала. Она со своей мамкою перестаралась. Не хочет верить ни в родство, ни в ДНК. В прямом эфире у Малахова пиарятся. А дело попросту, как видно, ни черта. Таскают по судам родного брата ироды. Последнюю рубашку снять хотят они. Во все колокола трезвонят, что не близкие. Тимур на 100% родственник семьи. А может, попросту им не хватает денег сейчас. На пенсию мамаши старой все живут. Так порешили и решили бабки сделать в раз. С очередного шоу денежки срегут. Особый случай, особый случай. Особый случай выпадает каждый раз. Особый случай, особый случай. Вот так в России протекает жизнь у нас. Совет простой даю Тимуру Еремееву. Наплюй на все, пацан, и просто позабудь. Пущай Малахов с ними возится, с плебеями. Все эти склоки позабудешь как-нибудь. Мы все прекрасно знаем, что ты сын Мишурина. И память в сердце будет у тебя в душе. Вся эта тема далеко уже распутана. Пускай завидуют Тимур, а не тебе. Давай, друзья, поддержим мы Тимура вместе. Кто с нами вместе, ставьте лайки заодно. Карина с матерью уже неинтересны. Гудбай, Малаха, все окончено кино. Давай, друзья, поддержим мы Тимура вместе. Кто с нами вместе, ставьте лайки заодно. Карина с матерью уже неинтересные. Гудбай, Малахов, все окончено кино. Карина с матерью уже неинтересные. Гудбай, Малахов, все окончено кино. Особый случай, особый случай. Особый случай выпадает каждый раз. Особый случай, тревожный случай. Вот так в прямом эфире жизнь течет у нас. Особый случай, особый случай. Особый случай выпадает каждый раз. Особый случай, тревожный случай. Вот так в прямом эфире жизнь течет у нас. Вот так в прямом эфире жизнь течет у нас.